Эксперты Межгосударственного авиационного комитета и следователи Следственного комитета России проверяют летную школу, в которой обучался ведущий НТВ Александр Колтовой. Авиационный учебный центр «Аэрорегионтренинг», базирующийся в Мечково, предоставил все документы по его обучению пилотированию МАК и Следственному комитету. Хотя по предварительной версии основная причина катастрофы – неисправность техники, а не человеческий фактор, расследовать будут все аспекты. Всеми ведомствами, занятыми в расследовании, будет проведена тщательная проверка прохождения обучения пилотам, программы, количества налета, рассказал источник в Росавиации. Колтовой в летной школе получил налет в 40 часов, из них большая часть с инструктором. Ведущий сдал тестирование и получил все необходимые документы в декабре 2019 года, а свидетельство пилота Росавиации ему выдало в апреле 2020 года. С учетом того, что его общий налет составляет порядка 100 часов, за полгода самостоятельно он успел сделать 30 полетов. Также известно, что Александр пошел учиться на пилота не один, а в компании друзей, в том числе и с Аркадием Грачевым. Именно этот предприниматель в начале октября продал телеведущему самолет, на котором впоследствии Александр и разбился.